後語り、あららぎ小読み役をやらせていただいております。Иностранным спецслужбам было выгодно, чтобы фирма Siemens прекратила свое существование. Но это было не так просто. Основу фирмы составляли высококвалифицированные рабочие кадры. И они решили сделать на этом ставку, создав страх и панику среди рабочих, надеясь на многочисленные увольнения. Немецкий технический факультет является важным учреждением по подготовке специалистов, ставшим первоочередной задачей. Спецслужбы внедрили своих тайных агентов в роли преподавателей факультета, где они работали под строжайшим прикрытием, и никто не знал об их коварных планах. Их звали мистер и миссис Шмидт. Итак, вы уже знаете, что контроллеры фирмы Siemens славятся стабильной работой в самых сложных условиях. Сегодня же в практических целях нам нужно будет выявить все его слабые стороны. Приступайте к работе. Пробуйте различные варианты. Да, что случилось? Смотрите, это делается вот так. Сегодня у нас будет лекция моделирования. Основным инструментом моделирования является программный пакет MATLAB. Зайдя в библиотеку Simulink, вы увидите множество полезных и красивых фигурок для графического отображения физических объектов. На практическом занятии вы должны сделать модель по функциональности, напоминающей данную. Вам все понятно? Ну хорошо. Тогда увидите. Ну хорошо. 3 минуты прошла. Показывайте свои работы. Ну хорошо. Покажите, что у нас есть. Что это? Автопортрет. Ну, кто вам сказал, что вы должны делать автопортрет? Это 3. Так, ага. Это выглядит хорошо. Машина двигается, и это красиво. Смотрите. Это 5. Молодец. Ага. Что у нас есть? Лес. Лес. Ага. А где животные? Не знаю. Не успел. Ну, лес без животных. Ну, 3 минуты. Ну, что это? 3 минуты. Нет, нет. Это 2. Что это такое? Это модель асинхронного двигателя. Ничего не видно. Это не художественные упражнения. Это моделирование должен быть. И это выглядит как кубизм. Это тоже 2. Наши планы срываются. Кажется, студенты догадываются, о чем идет речь. Нужно переходить к серьезным решительным действиям. Ты принес, что я просила? Да, конечно.
Да. Что? Выезжаю. Сегодня у нас лабораторная работа под названием «Изучение 7-сегментных индикаторов с использованием таймера времени». В данной работе необходимо будет осуществить обратный отсчет времени с использованием двух 7-сегментных индикаторов. В качестве внешнего задатчика тактовых импульсов мы используем генератор на основе кристалла кварца. Генератор я подключу сама. Остановить ее, это бомба! Защита от гнуса, теперь с клубничным вкусом. They say it's true, I'm racing time. I don't believe it now. Don't feel anything can bring me to the ground. Oh yeah, I must be crazy, but I believe it's my destiny. The only thing that puts me out is the drive inside me.